Еще буквально недавно, позавчера, мы получили гуманитарную помощь, съездили ее, забрали. Лена молодец, Лена умничка, тоже делает огромную работу, рискуя, к нам привозит гуманитарную помощь, которую вы собираете. Спасибо вам еще раз огромное. Ребят всех отдела БУЛ, просто все счастливы. Наконец-то есть сменная обувь, наконец-то можно постирать там костюм свой, одеть что-то свеженькое. На мне вот тоже вельветовая рубашечка теплая. Очень тепло, кстати, тоже уместно. В кармашке обнаружил молитву. Вот, это говорит о том, что вы переживаете, согревает душу. Вот, конечно, много вам не могу ничего рассказать, но вот в последнее время у нас идет наступление. Мы очень сильно активничаем в нашем направлении. Вот, продвигаемся, идем вперед.